зовут Вероника. Вот я здесь уже год. Мне 11 лет. Мне здесь очень нравится, знаете почему? Вот именно потому, что здесь каждый ученик себя чувствует в роли учителя. Не просто, как было в школе, а учитель строгий, вот как и ученик. Вот здесь как бы просто лучше. Вот. Учителя, дети. Дети учат, дети воспринимают информацию. И когда они рассказывают, передают эту информацию, запоминается все намного лучше. Им становится интереснее учиться и учить. Они рассказывают понятным языком. Они рассказывают так, как им понятно. И поэтому тебе легко это все. Отношение уже к детям тоже как к взрослым уже, что мы взрослые должны отвечать за себя, за свои поступки. Когда я сюда приехал, я был очень сильно удивлен. Школа действительно преподнесла для меня столько нового, чего я никогда нигде до этого ранее не видел. Здесь ученикам позволяют развивать их мышление. Когда я приехала в эту школу, у меня исчез страх насчет того, чтобы спросить или сказать, что я не знаю. Я могу смело сказать, что я не знаю, потому что я знаю, что меня научат этому. Здесь дети учатся, которые думают не только о себе, как бы себе что-то сделать, а думают о вообще о природе, об экологии, об стране, в нашей, в России. Вот, а сейчас просто, не знаю, как бы все свои, как бы братья, сестры, не знаю, как бы так все вместе идем. Ребенок нашей школы стоит в позиции необходимости творить саму школу. Он ее автор. Каждый учащийся знает всех, кто находится в центре образования. Все мы являемся сотрудниками. То есть мы не являемся ни учителями, ни учениками. Мы сотрудники, мы работаем в одном направлении. У нас есть задачи, которые мы все вместе выполняем. И в трудные моменты любой готов тебе помочь, выручить, подставить плечо для опоры. Поэтому у нас так. Старшие помогают младшим, младшие, в свою очередь, помогают старшим. Ну, то есть, как большая, хорошая семья. Коллектив се склада с тих 12 аж 15, подле того, яка є ситуація, дітей. Сов от віку 8 лет до, třeba, до мого віку 22 лет. Вони сполу прохází цілим днем. Вони сполу спі в єдному покої. V této skupině jsou i různé národnosti. Ta skupinka se pohybuje všude a vždycky pracuje dohromady. I já думаю, že živostí součástí ve všem odlišuje se naša škola od toho, jaká je dnes. Dnešní škola je orientovaná na podготовку k sociumu dítěte. А мы ориентированы не на подготовку, а на сейчас происходящую жизнь. Еще мне здесь нравится, потому что здесь, ну, как бы все берут большой объем информации, да, как в школе, все по кусочкам, по отрывочкам, а здесь у нас прям такой большой объем вот сразу. Если мы взяли химию, то мы и изучим химию, взяли физику, изучим всю физику, а вот не так, как в школе. 45 минут физика, 45 минут химия, вот так у тебя все в голове перемешивается, и потом путаница, неразбериха какая-то. Myslím, že žádná škola neposkytne takové podmínky k tomu, aby dítě přemýšlelo o tom předmětu tolik jako tady. Protože to samé, to je ten blok, který tady funguje, učení v blocích, o kterým se už u nás dlouho povídá, že to je něco, co není rozkouskované na hodiny a hodiny a hodiny rozdílných předmětů. Tady se bere něco, dokud se to neprobere. Tady se bere chemie, dokud se neprobere chemie. Tady se odpovídá na otázky, dokud se neproberou. Takže já, když jsem semka přijel, tak jsem začal mít nějakou otázku a dostal jsem na ní odpověď. A když jsem na ní dostal odpověď, tak řekli mi, zatím nevíme. A to mě taky uspokojilo. Nikdo mi řekl, že já nevím. Dítě mi řeklo, že já nevím. V tu chvíli, jo, musím na to přijít třeba sám, musím sám najít tu odpověď na tu svou otázku. Mě nejvíc, že ještě osobnost v té škole, nenáde zazubřívat to.
Если в средней школе выучить это, мы зазубрили, выучили. Даже бывало так по истории, например, мне выучила абзац, подняла руку, рассказала, мне 5 поставили. Но это же не дело, я просто его выучила, что через 2 дня забуду. А здесь мы интегрируем и делаем целостный курс, и обзорно просматриваем его весь. Это именно самую так, глубину этого курса, так глубоко-глубоко смотрю. Вся система построена таким образом, что наша задача вырастить каждого человека по максимуму возможностей. Вот максимум вкладываем в каждого, чтобы он вырос. Вот. И каждый человек, он, понимая, что на него работают все, работает на всех остальных. То есть мы работаем в системе. На их плечи ложится ответственность за собственное образование. Они сами делают школу, делают учебники, ведут учебный процесс, научную деятельность, экспериментальную деятельность, занимаются обеспечением своей жизни. Мне бы очень хотелось, чтобы взрослые увидели в детях не маленькое примитивное существо, еще не соображающее, не знающее пути, а чтобы обратили внимание на то, что они приходят уже с знанием пути. Мне 16 лет, в школе я нахожусь уже 2 года. Все, что построено в школе, нарисовано, сделано, это делается руками детей. У меня большие продвижения и в знаниях о строительстве зданий каких-то. Я научился рисовать лучше. Ну, в принципе, во всем научился, в знаниях. Здесь я закончил среднюю школу. Закончил очень хорошо. То есть таких знаний я бы вот дома у себя бы, в принципе, не обрел бы. Я когда сюда приехала, я не умела ничего. Вплоть до того, что я даже не умела правильно шпатель держать в руке. Но когда у нас был ремонт, не было такого разделения, что я не умею, я не должна это делать. Все стремились научить, показать. Тут как бы вот просто человек учится как бы сам своему развитию. Вот, допустим, вот эти вот стены рисовала, там некоторые рисунки я даже. Všechny ty prostory, všechny budovy, všechny, všechno, co je okolo nás, tak to je práce jednotlivých žáků, celých kolektivů, celé školy. To je práce dětí s studentama a učitelama dohromady. Ať už je to stavba, jak teda vezmeme těch fyzických budov, tak už práce úklidová, tak už práce účetnická, tak už práce učitelská, ta organizační činnost, administrace, tak už vaření, prostě všechno se tady děláme sami. A děti všechny, ať už mu je 8, ať už je 15, tak se účastní toho děje. Ten přenos těch informací jde od staršího k mladšímu. Nebo od toho, kdo má vědomosti, k tomu, kdo nemá vědomosti. Мы стараемся делать все, чтобы в школу шли талантливые дети. Но я хочу тут же сказать свое мнение об этом. Совершенно убежден в том, всей своей жизнью проверил это убеждение, что любые дети, если они психически здоровы, они гениальны, они чрезвычайно талантливы. Поэтому и мы не проверяем их умственные способности, не делаем никаких тестов. Важно увидеть, если сердце ребенка открыто, он гений. Поэтому, чтобы пробудить гениальность, надо открыть его сердце, убрать комплексы, зажатость, страх. Если все это ушло, перед нами гений, который уже начал свой путь. Вот, ты должен сам как бы захотеть здесь учиться. Иначе просто ты здесь не сможешь. Вот, знаете, вот я не раз сюда приезжала. Я 3 раза сюда приезжала. Первый раз я приехала, я была в биологах. Как бы, ну, я была, как бы, знаете, заскучала и поехала домой. Второй раз я была в физиках. Вот.
тоже к маме захотелось. А третий раз я была в биологах. Ну, где четвертый раз. Ой, я была в химиках, вот, третий раз. И здесь осталась потом попозже чуть-чуть. Вот, приехала, три раза приезжала, и на третий осталась. Конечно, когда человек приезжает сюда впервые, и он является новеньким, ему трудно все воспринять сразу. Потому как-то то разнообразие, которое здесь встречается, оно очень сильно воздействует на человека, и он поначалу начинает немножко теряться. Некоторые очень сильные люди начинают сразу активно работать, а некоторым нужно для этого постепенно войти в процесс. Мне пришлось втекать, подключаться. То есть вначале все для меня казалось трудным, и рукопашный, и хореография, и просто даже думать было нелегко. Но затем, уже со временем, я начал развивать в себе все эти качества, все эти стороны. И тогда стало легче. Когда ребенок приезжает один, допустим, в те же самые 13 лет ты остаешься один, можно сказать, среди чужих людей, которые тебе не знакомы, то есть мама где-то далеко, но в то же время ты как бы становишь себя, то есть рано или поздно тебе все равно придется куда-нибудь уехать от мамы, то есть либо... Ты не сможешь постоянно жить рядом с ней. То есть ты становишься более-менее самостоятельным. Но ты чувствуешь себя взрослым, ты чувствуешь себя не маленьким мальчиком, когда за тебя все решают. То есть мама, либо старший брат, либо еще кто-то. А когда ты лично сам отвечаешь за свои поступки, когда ты действительно считаешь себя уже взрослым, когда ты ведешь самостоятельную жизнь, ты можешь. То есть ты стираешь за собой сам, то есть ты ухаживаешь за собой сам. Среднюю школу, как бы 11 класс, я закончил через 2 года. Вот. Я хочу сказать, что все эти 2 года я трудился, как бы, старался как бы учиться. За первый год я закончил 8 класс, а за второй год я закончил сразу 11. Я сам являюсь членом лаборатории биологов, то есть разрабатываю курс биологии. И мы, можно сказать, в какой-то степени сами ученые, мы думаем, как преподнести другим ребятам этот курс системно, чтобы понял это и 11-классник, и 1-классник, то есть чтобы всем, и самым маленьким, он был понятен, доступен, он был... Меня зовут Дементьев Костя, вот. Я приехал из Омска. Я учусь здесь уже год. Вот. Я сейчас, ну, сдавал экзамен по биологии, вот. Мне 10 лет, вот. Совершенно верно, дорогая. Мне очень нравится в этой школе, вот, школа очень хорошая. На данный момент я руковожу лабораторией, которая занимается научной разработкой в области биологии. Сейчас проходил здесь у нас экзамен за курс средней школы, то есть это 11 лет обучения в средней школе, вот. Наша система образования построена таким образом, что ребенок большие объемы информации, которые преподаются в средней школе, принимает за очень короткий срок. Вот Константин, ему сейчас 10 лет на данный момент, он сдавал у нас экзамен, сдал на отлично, получил оценку отлично. То есть он усвоил курс средней школы по предмету биологии. И они еще, ну вот, они не слушают защиты. Уникальность нашей системы образования в том, что мы можем действительно за год дать курс средней школы. И у нас есть такие случаи, они у нас не единичны. Но каждый ребенок должен двигаться в своем темпе. И это не самое главное, за год он закончится, за 2, за 3 или за 4. Очень важно, какой путь внутреннего роста он пройдет за это время. Ну, наш опыт показывает, что если у ребенка идет очень бурный, стремительный такой рост, прежде всего духовно-нравственный внутри, то фактически у него не существует преград в освоении тех или иных дисциплин. Наша учебная система сводится к тому, что мы стремимся к объединению знаний, то есть формированию целостного представления о пространстве. И стремимся к тому, чтобы ребенок
Он мыслил в масштабах Вселенной, не просто в масштабах себя как личности, отдельной от всего, а мыслил в масштабе целой системы, огромной, как мироздание, как Вселенная. Ну, вот так, наверное. Это самое главное, когда в итоге образования ребенок ставит новый вопрос сам, перед собой, перед людьми, перед теми же взрослыми, и сам на них отвечает. Когда он приходит с новыми мыслями, с неоткрытыми еще для взрослого знаниями. Nádherný zážitek, kdy jako bylo to tak mimo trošku hodinu, ale už to bylo po hodině. Po hodině biologie. Probírali jsme zrovna buňku, probírali jsme miozu a takovéhle věci okolo rozdělení buňky, dělení buněk. A seděl vedle mě mladý Dýma, mladý chlapec, který mu je asi 12 let. A v tu chvíli, já, protože mě to, ta látka mě zajímala, velmi jsem byl do ní třeba ponořen již na vysoké škole, v té době jsem to nemohl vůbec pochopit. Nemohl jsem pochopit, jakým způsobem se dělí, jak tam probíhají chromozomy, jak se tam dělí ty jednotlivé cytoplazmy a takové různé detailky. A hledal, jak mi to objasnit. A ještě mi to vysvětloval na knížce, která byla česká. Ukazoval mi knížku, teďka ještě mi to vysvětloval, pak do toho vzal ruskou knížku a s všemi možnými způsoby se snažil odpovědět na moje otázky. A vidět ten oheň v těch očičkách, jak sbírá to znání a chce jakoby chápat. A po konci vlastně tyhle hodiny jsem zjistil, že já jsem to pochopil. V té chvíli jsem chápal, jak vzniká dělení buněk. To, co jsem nepochopil, jak z knížek na střední škole, tak ani z knížek na vysoké škole, ani od výkladu vysokoškoláka. Как здесь развиваются дети, они здесь развиваются очень разносторонне. Потому что мы здесь занимаемся не просто умственной деятельностью, разработкой образования. Также здесь дети занимаются рукопашным боем, народной хореографией, ансамблевым пением, также ремеслом и множеством другим. Что может полностью открыть в человеке новые качества, которые есть в нем, которые в нем скрыты, и позже они открываются. До приезда сюда я не знал в действительности так глубоко, что такое природа. Здесь я в действительности, мне показали, что это, меня связали с этим. То есть не насильно, конечно же, я сам пошел на согласие. Здесь окунулся в природу, здесь полностью понял, что она собой представляет. В школе очень помогает тому. В нашей программе дня, даже просто в нашем расписании, обязательно есть время, которое уделяется специально для природы. Мы каждое утро бегаем и купаемся в речке, независимо от того, будь то зима или лето. Даже когда холодно, когда мороз, когда снег лежит, мы обязательно обливаемся холодной водой. Можно сказать, что это немножко страшно, странно, но это очень закаляет, это очень помогает, и это заставляет задуматься человека. Знаете, что я заметила? Смотрите, вот дома постоянно хочется полежать, ну, поотдыхать, поиграть. Ну, как бы учиться, так не хочется. А здесь, вот, заметьте, если больше 10 минут тебе нечего делать, тебе становится так невыносимо скучно,
Просто жизнь дала. Да, вы знаете, вот кто-то моет полы, а я сижу и думаю, вот просто совесть не позволяет мне помыть с этим человеком полы. Да, это просто вообще не знаю. Я тебе даже не могу представить, как я раньше дома специально остановила. Да, и как вот просто вот я приехала домой, мне телевизор вообще не интересен. Мне больше интересны там учебники. И вот я просто сажусь, открываю, сама занимаюсь. Я просто не могу уже без учебы как бы. Ну тут просто вот говорят там, вы не скучаете, там, не знаю. Тут просто некогда скучать, вот просто вот некогда. Тут, допустим, только подумаешь что-нибудь там такое, тут даже просто не хочется, как бы, не знаю. Вот, и вот домой вообще не хочется. Нет, тут, вот знаете, тут даже летом интереснее, чем зимой. Летом тут всякие разработки, ездим на сады, вот, там, собираем клубнику, там, черешню, персики. Да, вот интересно, как бы тоже. Котлет. Я иду на страшный бой, с непокорной силой станет наш родимый дом для врагов могилой. Ой, рай-да-рай-да, ой, рай-да-рай-да, станет наш родимый дом для врагов могилой. Помнил девчину казак, бросил взгляд горячий и помчался догонять эскадрон казачий. Ой, рай-да-рай-да, ой, рай-да-рай-да, и помчался догонять эскадрон казачий. Конью над рекой под зеленым дубом. В конце дня мы собираемся на осмысление того, как прошел день, для того, чтобы посмотреть, насколько каждый человек вырос за этот день, распланировать наше будущее, посмотреть, как можно улучшить нашу жизнь в будущем. Ну и для того, чтобы вообще посмотреть, насколько коллектив идет вместе, не противоречиво. Это мгновение, где вот каждый человек, который строит коллектив, имеет слово. Мне бы очень хотелось, чтобы вы обратили внимание на то, что человек – производитель высшей ценности, мысли. Причем хотелось бы подчеркнуть свое понимание, что мысль – это не информация, это качество информации. Мы должны ребенку не информацию давать, а учить его информацию так объединять, чтобы это приводило к улучшению качества жизни. То есть мысль – это главное, что творит человек. Это энергия, которая творит общее благо. Мы не только отражаем реальность, но мы ее творим мыслью. Это и есть главная деятельность человека и главное производство его ценностей. Вот, на мой взгляд, в принципе, самые-самые главные особенности, которые должны давать человеку, когда он начинает жизнь, чтобы он жил осмысленно. Сочетание со школой не только о том, что се учи нормальные вещи, как вздělání, но учи се вещи до живота. Учи се так, что дитя, когда выйдет, так се докаже построить барак. Если же се запоювало до варения, так и вари. Если же се запоювало до всех хореографических вещей, до всех танцов, купашního, tak tancovat i umět se ubránit. I dalších činností, další vědomostí lidí, kteří semka přijíždějí a ty svoje zkušenosti, které získají a ten svůj život tady předávají. Já stala pojináči vidět mír. Já stala относit se každý k травинке, jak k živému существу. Нет, конечно, раньше to bylo, но для меня это было не столь значительно, как сейчас. Я понимаю, что все, абсолютно все, что окружает нас, то, что вот я стою, я дышу этим воздухом, вокруг меня столько деревьев, и все именно это часть одного целостного мира, который мы составляем.
Еще я хотел бы сказать, что здесь ребенок действительно получает духовное образование. Здесь ребенок действительно понимает, что он может влиять на свою судьбу и судьбу своих товарищей, можно сказать, он ее творит. Вот он является хозяином своей жизни, то есть что к жизни не надо готовиться, всегда живешь. Каждое мгновение, и то, что уже произошло, нельзя переиграть. Если ты особо ярко ты понимаешь, что за каждый свой поступок ты действительно несешь ответственность, что каждый твой поступок, он в дальнейшем тебе же откликнется, то есть на тебе же скажется. То есть как ты будешь поступать, как ты будешь к другим относиться, так будут относиться и к тебе. Вот, еще мне нравится здесь, потому что здесь, ну, как бы, здесь очень высокий, ну, как сказать, духовный уровень у людей, вот, и, как бы, люди, как бы, начинают больше понимать смысл жизни, ну, как бы, больше начинают понимать окружающую среду, а вот только сейчас поняла, насколько действительно важен Бог, важен каждый листочек на земле, даже каждый самый маленький камушек. Что если бы не было даже, допустим, сам, даже песчинки какой-то не было на морском берегу, уже все было, весь мир был бы по-другому. Вот. И поэтому я думаю, что эта школа – это настоящее открытие для людей. Вот. Эта школа – это как бы это начало к будущему людей. Скоро, я думаю, таких школ будет уже немало. И все люди будут, все дети будут учиться в этих школах. И тогда Россия станет лучше, крепче. А потом и в других странах тоже появятся эти школы. И тогда, вы представляете, какой будет тогда сильный, крепкий мир? Это будет вообще просто здорово очень. Když by se zpětně podíval s odstupem času na moje přebývání ve škole, tak určitě by mi zůstaly vzpomínky na překrásné společné tvoření s dětskama, které tam jsou. Co se mi tam vlastně nelíbilo, tak že tam dítě nemá spoustu jakoby volný čas, nemá místo pro to, aby si vytvořilo jakoby podmínky pro své vlastní tvoření. Vede to k tomu, že děti vlastně, jakoby, že se tam vytváří jeden celkový názor. Všichni jdou na jedné lodi a kormidluje Michal Petrovič, který udává ten směr. Ten směr samozřejmě může mít nějaký nedostatky, kterým se některým lidem nelíbí. K tomu, aby se tvořily ty práce rychle a tvořivě a dobře, tak je potřeba veliká disciplína a tu samozřejmě je potřeba být určitým způsobem poslušný. A co se týče národnosti, tak samozřejmě ten přístup ruský k tomu, jakoby, co to je ta úcta k vlasti, je jiný než český. A v této škole, jak i v celém Rusku, je tento názor trošku až někdy hraničí až k odevzdaností.